Привет, ребята! Посмотрите, что я принес! Это же пианино! Давайте откроем коробку и посмотрим, и поиграем, и послушаем! Так, а прежде чем открыть эту коробку, давайте прочитаем надпись на ней. Кукутики! Мини-пианино «Зарядка». Я думаю, что вместе с этим пианино и кукутиками мы можем провести прекрасную зарядку под музыку. Так, а внутри еще одна коробочка. Надо ее снять. Как же ее снять? А, смотрите, вон какие штучки и стрелочки. Выкручиваем по стрелочкам. Я думаю, коробочка освободится. Теперь давайте посмотрим поближе, что у нас здесь есть. Есть у нас здесь три клавиши. Раз, два, три. Они разного цвета, и на каждой нарисованы кукутики. Мышонок Ням, енот Сеня и свинка Няша. Ребята, давайте узнаем, какого цвета клавиши. Я думаю, кукутики сами подскажут. Нажимаем. Голубой, красный, желтый. Подождите, по-моему, я вижу еще одну кнопочку. Это же звездочка. Давайте нажмем на нее. Хлопаем в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп. Топаем ногами, топ-топ-топ. Двигаем ушами, раз-два-три. Очень мы смешные, посмотри! Ух ты! Это же песня кукутиков! Здорово! С ними можно научиться хлопать в ладоши, двигать ногами и даже ушами! Отличная пианинка с тремя клавишами. А если бы их было еще немножечко побольше, было бы еще лучше. Хорошо, что у меня есть волшебная палочка. Раз, два, три. Ух ты! Что это? А, пианинка изменилась. И цвет, и количество клавиш. Теперь их стало 4. Давайте посмотрим поближе. Смотрите, к нашим трем кукутикам прибавился еще мальчик. А цвета у нас вот какие. Зеленый, желтый. Оранжевый, синий. Посмотрите, что это? Наша звездочка превратилась в цветочек. Давайте на него скорее нажмем. Посмотрите на звоночек, звоночек, звоночек. Посмотрите на звоночек, он динь-динь-динь-динь-динь. Звоночек динь, звоночек динь, звоночек динь-динь-динь-динь-динь. Звоночек динь. Послушайте, это кукутики поют, только уже другую песню про звоночек. Ну, песенку послушали, а если нажать на клавиши еще раз? Теперь вместо цветов звучат нотки. А давайте обратно. Фа, ми, ре, до. Ну что, здорово попели и поиграли, ребята, правда? И как хорошо, что я про свою волшебную палочку вспомнил. Ой, что это? Что-то изменилось. Ой, поосторожнее надо быть с этой волшебной палочкой. Ребята, пойду посмотрюсь в зеркало. Пока. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.